Сегодня второй курс посетил Красную площадь. Курсанты принимали активное участие в рассказе об истории каждой достопримечательности Красной площади. Тьютор, слесарев Дмитрий Игоревич, рассказал много нового и интересного. Не остался без внимания памятник Георгию Жукову. Затем мы возложили цветы к могиле неизвестного солдата. Все узнали больше новой информации о каждом городе-герое. Мы с удовольствием послушали рассказ о городах воинской славы. У всех остались незабываемые впечатления о сегодняшнем дне.